дорогие друзья. Сейчас мы продемонстрируем вам, как работает утюг T5, который мы приобрели. Значит, произведем заливку воды. Так, залили воду. Закрываем, смотрим, как рассказывали, закрывается герметично, ничего не протекает, нет попадания жидкости снизу, когда он отключен, он у нас не включен в сеть. Так, теперь давайте включим и посмотрим, как происходит нагрев. Так, здесь мы поставили, пар отключили, поставили катон. Ну и сейчас подождем, посмотрим, так, пока он у нас нагреется. Так, все, он у нас нагрелся. Лампочка отключилась. Давайте теперь добавим пар. Проверим турборежим. Проверим горизонтальный турборежим. Вертикальный, прошу прощения. Видите? Идет удар. Так, что у нас еще? Посмотрим, как работает носик подачи воды. Довольно интенсивно подает воду. Ну, в общем, такой вот он у нас в работе. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До свидания.